В Карагандинской области у безработного мужчины изъята крупная партия героина. Полицейские задержали 34-летнего жителя поселка Долинка, в доме которого обнаружено и изъято более 1 килограмма героина, сообщает пресс-служба ДВД области. У полицейских имелась информация о том, что мужчина хранит у себя дома крупную партию героина. В результате обыска обнаружено и изъято 1 килограмм 75 грамм наркотического средства. Стоит отметить, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения полицейских именно за хранение наркотиков. При проведении обыска в доме было обнаружено и изъято 1 килограмм 75 граммов героина. За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.